Автомобиль прибыл на таможенный пост поздно вечером. Декларацию на товары водитель не подал. Его поведение вызвало подозрение у инспекторов. В результате сканирования машины была обнаружена скрытая полость, которая представляла собой съемную заднюю стенку внутри фургона. Когда тайник был вскрыт, в пустой «Газели» таможенники обнаружили 25 мешков орехов фундука. Общий вес составил более 420 килограммов, примерной таможенной стоимостью более 60 тысяч рублей. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. По решению суда ему грозит конфискация всего товара.